Доброе утро. Мы в снегопад. Наконец-то едем на почту, чтобы отправить, во-первых, свадебные платья, которые я дарю. Кто еще не воспользовался этим предложением, у меня на стене ВКонтакте еще висят. Кстати, обновлю пост, какие платья остались после того, как сегодня отправлю. Наконец, 3 штуки буду отправлять. Потом еще надо отправить подарок победительнице. Вчера конкурс на Зазеркалье кончился. И получить еще кое-что нужно. Одна посылка у меня для распаковки, которую я уже 100 лет жду. И еще мне подписчица что-то прислала. Может быть, там еще что-нибудь есть, не знаю. Вот, так что мы с утра пораньше отправились на почту. Скажи привет-привет. Помахал, как смог. Мы все отправили. Все платья, приз еще я вон получила. Две посылки. Мы пошли в Окей покупать вкусняшки, чтобы пойти в кино. Вот что взяли. Пока. Пятна. В кино. Ой, такую бы я скушала. Что это? Палтус. Палтус. А это зубак. Нет, это не палтус. Или палтус. Ну, написано палтус. Ой. Я не разбираюсь в рыбе. Мы не покупали. Так. Давай придумаем, что такого полезного и вкусного съесть. Бублик очень полезный и очень вкусный. Похудательный набор на голодный день. Булочки всякие, вода. Стройнее. Мы посмотрели фильм и ждем сцену после вторых титров. Там что-то должно быть интересное. А нам все никак не начинается. Мороз и солнце, день чудесный. Снегопад кончился, пока мы смотрели фильм. Вышло солнышко. Холодно. В общем, мы смотрели «Пантеру». Мне очень понравилось. И это первый фильм голливудский, в котором играют одни афроамериканцы. И при этом фильм реально классный. Только с голосами не везде попали, с озвучкой. Потому что у афроамериканцев особый такой, немножко гортанный голос. А озвучивались, естественно, русские. Вот. Нет, ну так хорошо, это я так. Так докапываюсь. Короче, классный фильм. Кто любит про супергероев, боевики, блокбастеры, это вот специально для вас. И все. Своего товарища по фильму проводила на электричку. Бегу, сейчас зайду в «Улыбку радуги». Хочу маме тушь посмотреть, на 8 марта она просила подарить ей. И потом домой. Там же Артёш должен был поспать, проснуться, покушать. Он уснул, когда мы в машине ехали домой. Завезли его. После Окея завезли домой ребенка и пошли в кино. Дальше расстался с Артешей. Мама попросила такую тушь, сказала, что ей такую дарили, и она очень классная, несмотря на странный попсовый дизайн такой. Так что я ей такую же куплю. Наша машина белоснежная, да пролетали мимо птички. Все. Испачкали. Я сегодня наконец-то забрала посылку от подписчицы. Не трогай штатив, пожалуйста. Которая ждала меня. Не трогай штатив, пожалуйста. Иди сюда, вы вместе открывайте. Которая ждала меня почти целый месяц на почте. Вот. И сейчас хочу ее открыть. Прислала мне посылку Алена. И посылка почти килограмм весит. Там много всего интересного, я так чувствую. Доставай, Настюша. Ой, это что-то для меня. Kiss Beauty. Вот так вот выглядит. Подожди, Артёша, подожди. Я хочу открыть, что это. Это что-то с косметикой связано. Ого, прикольно какой набор. Так, попозже рассмотрю его подробнее. Класс. Очень клёвый. Тебе нравится? Так, о, а это для Артёшки. Размер 86. Артёшкин, этот сейчас тебе почти в самый раз. Вот такие вот ползунки. Клевые, хлопчатые. Футболка с морской тематикой. Beware under the sea moments. Wild Pacific. Blooded seaboard. Мне кажется, тебе уже по размеру будет. А на бирке что? 80. Как раз. И втираем, будешь носить. Тебе нравится? Сказала, мне косметика больше нравится. А я думала, что это чай, когда щупала сквозь упаковку. Оказывается, это косметика. Так.
Ага, еще штанишки. Вот такая клевая расцветка. Что это? Смотри, это магнит, календарик. И еще магнит. И еще тени разные. Тебе нравится, да? Ого, даже Никс, ничего себе. Вон такие штучки. Обалдеть. Вы меня балуете. Очень крутая посылка. Я даже не ожидаю. Артоша, это снова тебе. Распашонка. И тоже 88-6. Прекрасно знаете моего ребенка. Это скорее 86. На нем застегну, ему до попы будет. Блин, ну круто, серьезно, потому что я же вот жаловалась, что у него одежды там почти не осталось, которая носибельная и которая хорошо выглядит. Теперь у него это есть. Еще штанишки. Синие, в котиках. Вот такие. Я сегодня думала заняться спортом, но кажется, я перенесу. Да, сегодня у меня другие планы на вечер. Иван, клюква, корица, гель для душа. О, это я люблю и хочу понюхать. Клюква и корица, это должно быть очень вкусно. Знаете, пахнет жвачкой. И на цвет такая же. Тебе нравится? О, скажи, сын, это тюбик. Я обожаю тюбики. Да? Только не открывай, пожалуйста. Ладно, это кушать нельзя. А в наборе для губ, это все косметика для губ. И здесь блеск для губ, помада, карандаш для губ, праймер и все вроде. Ой, матовый он. Обалдеть. Очень крутой подарок. У меня прямо сегодня как будто день рождения, реально. Ой, очень суперская посылка. Как думаете, мне пойдут такие губы? Накачать, может быть. Нет? Тебе такие губы надо? Алена, спасибо огромное. Очень приятно. Все очень крутое. И это реально был сюрприз для меня. Да, всем пока. Спасибо за внимание. Я тут сижу, и мне вставать не хочется. Артёш так уютно уселся у меня на коленях. Зачем ты ешь мои новые тени? Что с линей сколько? У него, кстати, под носом теперь звезда горит. Он шлепнулся, пока сегодня гулял, пока я была на почте. И плакал, сильно ушибся. И лоб видали, у него весь в синяках, да? Скажи что-нибудь. Скажи «да». Да. Скажи «деда». Деда. Скажи «собака». Деда. Собака, кот вообще не хочет. Я накрасилась помадой из набора, и она очень клевая. Она, по-моему, суперстойкая. Вот этого бы еще не было, было бы вообще просто идеально. Давай. Да что это такое-то? А ты визжал только что. Давай еще визжи. А вы знаете, почему я здесь сижу? Потому что я только что записывала видео по немецкому языку. Записала все, что хотела. 3 видео маленьких сделала. Вот, и сейчас переоденусь обратно из этого платья, которое я делаю. Ой-ой-ой-ой. И пойду заниматься очень важным делом. Мой детский стульчик. На самом деле, вот я сейчас отсняла 3 видео по немецкому. У меня на это ушло ровно полчаса. Сейчас должны мальчишки вернуться. Я их отправила на прогулку. Непродолжительную, потому что на улице минус 13. Реально нос отмерзает, но погулять надо. Мы сегодня с утра мало гуляли. И еще я сняла распаковку. Распаковку вещей, которые поедут в приют «Маленькая мама». У меня уже почти собрана посылка. Давайте я камеру отвинчу. Кстати, пользуюсь своим новым аккумулятором, который из Китая заказывала. Вот как раз камера разрядилась, пока я это все снимала. И это так удобно, когда ты можешь просто поменять аккумулятор, поставить другой на зарядку. И, кстати, эта помада просто супер. Уважаемая подписчица, это просто класс, она держится. И это вот сейчас, видите, она чуть-чуть съелась. Я пообедала, поела, попила, но практически идеально. Вообще кайф. Это очень классная штука. Так, что
у меня там телефон. Какие-то пришли. Интересно, e-mail по сотрудничеству. Так, что хотела показать? Во-первых, хотела показать посылку, которую я собираю. Я вот не знаю, надо еще подгузников докупить, и все. И уже можно будет отправлять. Видите, это от отпаривателя. Отпариватель теперь будет жить здесь. Да, у нас в прихожей, как всегда, бардак. Тут всегда так. Вот, здесь у меня некоторые артешные игрушки. Отдам, которые такие развивающие такие. Уже все, им не нужно. Пока одна пачка подгузников. Вот целый пакет новых вещей. И там еще внизу какие-то хорошие мои БУ вещи и плюс еще влажные салфетки, крем под подгузник и всякое такое. Вот, целая коробка получилась. Потом, что у нас тут еще? Целый склад. Сегодня у меня в Инстаграме стартовал конкурс. Я разыгрываю еще одну колыбель. Так что, кто хотел, но не выиграл в прошлый раз, смотрите, вот такая колыбелька. Расцветка. Она такая вот нейтральная. В этот раз тоже с мобилем, ее можно передвигать, она регулируется по высоте, она имеет укачивающий центр, музыку, все, то есть подойдет для малыша с рождения где-то до 6-8 месяцев. Можно приставлять кровать и снимать один бортик, так что воспользуйтесь возможностью, участвуйте в конкурсе, последний пост у меня сегодня. Еще разыгрываю вот такое постельное белье от Ferretti, белоснежное. Это детское постельное белье. Здесь в наборе наволочка, пододеяльник и простыня. Оно вот с такой вышивкой. Вот, такое красивое. Потом еще постельное белье от Bebe Luvici. Luvici, простите. Это турецкое постельное белье, бамбуковое. Вот у Артеши из этой серии, у него с бортиками. И одно такое я уже разыгрывала. Оно гипоаллергенное, имеет все сертификаты. Здесь пододеяльник, наволочка и простыня на резинке. Оно вот с такой вот шикарной вышивкой с перьями. Вот, видите? Смотрится просто обалденно. И третий комплект постельного белья. Это вот такой упс-пупс от Kidbo. И здесь прямо с бортиками. То есть пододеяльник, наволочка, простыня и бортики. Вот такие вот яркие, красочные, с мишками. Видите, красота какая, просто суперская. И такой большой упаковки. Тоже это все, по-моему, это хлопок. Если я не ошибаюсь, но это не бамбук. Что это у нас? 100% хлопок, да. Вон. А, ой, я даже вру, тут не только бортики. Пододеяльник, одеяло, наволочка, подушка, просто на резинке и бортики. Вот. И вот так оно будет выглядеть. Вот это все разыгрываю в посте ВКонтакте. Так что подписывайтесь у меня на Инстаграм, переходите. Отправлю. Кому, кто выиграет, тому я отправлю за свой счет. Так что принимайте участие. Люблю вас радовать такими всякими розыгрышами, потому что вы всегда с большим энтузиазмом их встречаете. Мне не сложно, и мне нравится дарить приятные эмоции. И просто вас радовать. Вот так вот. Так что желаю вам всем удачи в этом конкурсе. Знаете, что сказал этот человек? Что ему повезло, и он не останется голодным, потому что я ему даю огрызки от хурмы. Потому что я не могу ее откусить, она очень жесткая. Я себе отрезаю кусочки, а ему отдаю попки с хвостиком, которые жалко выкидывать, не очень вкусные, но мне просто никак, потому что надо передними зубами грызть. В общем, мы уложили ребенка, и через полчаса у меня будет прямой эфир уже моего марафона по немецкому, которую я провожу в Инстаграм, ссылка внизу, если кто-то еще не в курсе, что он у меня проходит по грамматике для начинающих. Сегодня будем разбирать окончание глаголов в настоящем времени, личные местоимения, структуру предложений, утвердительных, вопросительных и отрицательных. Вот, ну и на вопрос поотвечаю. То есть с самой базы начнем сначала. Я только что провела первый прямой эфир по немецкому, получасовой урок. Чуть-чуть там затормозила, надо было мне подготовиться в плане майнкарты. Я только потом подумала, как можно показывать всю теорию на компьютере, переключаясь с фронтальной камеры на как вторая называется, на основную. Вот. Ну а так все прошло круто, мне аж жарко стало. Так у меня сейчас голос садится, и в горле очень сухо. Таблетку взяла в рот специально для горла, чтобы не заболеть. В общем, сейчас мне надо, наверное, 3 поста выложить в Инстаграм. Кратким содержанием того, что сегодня было. И
И потом я уже буду монтировать влог и ложиться спать, потому что у нас на завтрашнее утро план. Вот, вот так вот. Я так довольно 100 лет не вела прямые эфиры по-немецкому, и это реально классно. Я прямо такая вся на-на-на-на-на-на-на-на. Еще хочу. Но хорошенького понемножку. Вот эфиры будут каждый будний день, если никаких происшествий не будет. Вот так вот. Ну, вообще, планирую 30 прямых эфиров. Сегодня 700 человек посмотрело прямой эфир. Так что спасибо всем, кто присутствовал. Надеюсь, я была вам полезной. Дальше будет только интереснее. Все. Ну, а с вами, кто присутствовал и не присутствовал на сегодняшнем эфире по-немецкому, мы с вами увидимся завтра, как всегда, в 10:30 по московскому времени. Пока-пока!